Добро пожаловать, мои кибермальчики и кибердевочки. В основном кибердевочки, конечно же, да. С вами ваша девочка-волшебница Навермур. Возвращаемся в родную Найт-Сити, в Догтаун. Прекрасен он в ночную погоду, потому что кучки дерьма ночью не видно. И мы должны встретиться теперь с Рейдом возле убежища фигуриста. Кто такой фигурист? Дай бог памяти, я уже не вспомню. Но поскольку это близненько-приблизненько-приблизненько... Ах, да, это еще один агент или натранер, который нам поможет спасти... Сойку, нашу пересмешницу... Вроде бы, но это не точно. Я опять же напомню, что кроме того, что за нами гоняется Аразака Сасага по всему основному Найт-Сити. Что-то у вас тут происходит? А за нами гоняется еще и местная, как бы, власть вот этого отдельного кусочка Найт-Сити, Догтауна. Но при этом они нас в основном, ноженьки мои, ноженьки, в упор не видят. Ну, чувак, в тебя или не в тебя, это вопрос не ко мне, мы по девочкам, поэтому фу. Так, я на минуточку загляну, а что ж такое тут веселое-то? А, здесь опасная зона, и прожекторы взлом мне, но, слушай, ну... Слушай, плохое место так хранить не будут, поэтому... Упс, здрасте, ну, маленький заворот на пути туда, куда нам нужно. А, мужчинка, пожалуйста, можно вас как-то взорвать там, нет? Форматировать, желательно всех вместе сразу, одновременно... Чтобы мне это не мешало сбой имплантов. Звуковой щек, который нужно было делать изначально. И плавление синапса по самую душу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто что сделал такое-то ужасное, господи. Прям не знаю, куда сказать, куда смотреть. А, вот так вот, пожалуйста, и стойте. Не надо никуда двигаться. Ой, кто это негодяй такое было? О-то-то-то-то-то-то-то-то. Ой-ой-ой-ой-ой, а нас как бы заметили, там... Там коллега есть. Снайпер номер 2. Слушайте, ну тем интереснее нам будет и веселее. Так, мужчина, куда вы делись? Don't stop! Don't stop. И never let you go. Это не вот эта вот область, да? Упс. Ах, да, у нас же новая мощная граната. Я как-то про нее забыл совсем. Вроде поставил, забыть забыл. Давай, скипи, давай, тащи, ты знаешь куда? Прям в него. О, не дурашки, нифига не дурашки. А Родина все еще в опасности. Хотя еще в опасности, он скриптил по самому панамку. Чуть-чуть, нейтралайз ты расскажешь кому-то другому. Эта песня у Бритни Спирс такая была. Нейтралайз, аналайз, легалайз и что-то такое вместе с ним. Женщина, извиняюсь, а вы кто? А, это наркоманка рандомная нам помогает. Ну, спишем на гражданских. Как-то не очень-то и хотелось, да? Имеется в виду, им не очень-то хотелось. Вы... Что, где, куда, зачем, почему? Эй, catch this! Какого черта? Какого черта? Я понимаю, что там наркоманка это бродит, но кто в меня попал? Это было феерически страшно. И непонятно. И самое главное, чувствую, что бесполезно. Потому что, ну серьезно, ну что там я забыл? Ну горит оно что-то, ну и горело бы себе дальше, ну. Ну и пусть себе плывет железяка, ну ее. Упс. Все? Так, наркоманка, ты же не... Ну вот, дети мои, до чего вещества нехорошие доводят? Скипи, бы решай проблему. А вела бы здоровый образ жизни, живая была бы. Так, там плюс одно тело, прям как нам это и нужно найти. Черт, ты мне в голову попадешь. А я тебя просто заформатирую. Мне его даже немножко жалко стало, он такой самый умный. В бой пошел последним. Умняшка. Так, и что мы видим? Кроме того, что разбор под компоненты, вон там то, что нам нужно, горит. А здесь у нас еще одна газелька, и возле газельки обычно должны быть вроде бы терминалы Старлинка местного, вот эти вот, ну. Погодите-ка, этот Старлинк мы уже залутали. Если вдуматься, мы здесь уже были, причем в начале прошлого эпизода. Да, чуваки, что у меня в заблуждение выйдет-то? Что ж ты весело есть? А что, с орбиты сбросили на поддержание местной демократии, ну? Ну, давайте напоражать. 7А, 1С, 5, 5, 9. 7А, 1С, 1С, 1С. Так грустно. 7А, 1С, 5, 5. И нифига, Е9 не вырисовывается. А, вот и Е9.
Еще раз 7А1С55Е9. Прохви. Просто Прохви. Итак, винтовочка уровня Айзек. Стандартная шмуровая винтовка, разберем. Чип грузоподъемности. Целую нежно. Во все губки. Так, грузоподъемность увеличена. Препарат дальнего действия черная дурь. Не надо. Так, чип получения навыка синобит, хорошо. Тяжелый боеприпасик. Ох ты, ох ты, колобдёх-то, слушай. Мы за всю игру синоби только не накачали, сколько накачали сейчас за 5 минут. Не зря заходили, я даже сохранюсь. А всякая, всякая разная полезная. Итак, нам нужно выше, выше, глубже и чаще. О, есть... В смысле перевод средств, я никому не донатил. На ютубе это наоборот работает, чуваки, наоборот. Какая-то американская ассоциация по защите не пойми кого. Да плевать, о, 25 кусков, слушай. Богато живут местные бандиты. Уа, вон то, наверное, вот тот чувак, который самый главный у них, да? На барже он морду свою налепил. А еще я слышал огромного чертова боевого робота. Да-да-да, вот этого. Я тебя сделаю, падлина, но не сегодня. Сегодня я добрый. Только попробуй меня сбить. И нам нужно... Какой черт нам нужно наверх? Это пешочком прохожусь в надежде на то, что мы найдем что-то веселое, нужное, полезное и ценное. Да, как бы враги почти заметили, что им через голову перепрыгнула самая нужная особа в государстве. И да, нужнее президента местного. Ви. Там парапетик есть. Вишка. Я не хочу обходить туда, там злые наглые люди, это всего лишь 10 шагов в сторону. Тебя хотят убить злые бандиты из Багреста, ну черт с тобой. Буду как Робин Гуд. Грабим у богатых и бедных. И никому об этом не рассказываю. Так, наверх, наверх. Я вижу хорошее. Вот это не зря мы пешечком прошлись. Я вижу вон о чем. Я вижу новую бимбу, с которой мы возьмем данные милитеха. И заапгрейдим таки наш мегачип. Что самое странное, мы здесь уже были. Ой, здравствуйте, молодые, интересные. Мы добрались до Найроби. Пак, Пак, это тот, который Пака и Бака, который мы спасли. Чуваки, вы жили в дерьме в Найт-Сити, которое вроде бы суровое будущее, должно быть как-то повеселее, получше, да? А потом переехали в Найроби, который в наше-то время не особо-особо, в мире сурового будущего вообще не фонтан. Чувствуется, что зря мы им помогали, лучше бы эти придурки сами подохли. Так, что у нас есть? Винторез есть. Тебя взяли, 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 взяли. И да, чтобы кто-то там не думал, что он его вообще нифига не делает, я за кадром перекрафчиваю компоненты на хорошие компоненты. Когда-нибудь на стриме мы зайдем к Криперу и все это отоварим. Программчики милитеховские. А вот это мы отоварим прямо сейчас. Вроде бы третья очища навыка, или я ошибаюсь. Или я ошибаюсь, а второе очища навыка, но там тоже можно отоварить. Что у нас есть? Три, три. А, нет, нельзя. Это добавочные идут по одному. А основные у нас сразу идут по три. Итого нам нужно раз, два, три, четыре, пять... Да ешь, матрёшь, целых 11 нужно. Придется более актуально ходить по этому доктауну. Да, бомжи такие, мы ничего не видели, мы ничего не слышали, что-то Багрес поломался, мы не знаем. Правильно, чуваки, не знаете. Меньше знаете, крепче спите. Так, а вы кто такие? А вы вудуисты, я вас тоже не люблю. Были вы вудуистки, еще бы простили. О, да, тут даже написано «вудуиста». Ну не точно, но может быть, сейчас поиск этого фигуриста будет связан с вудуистами. Надеюсь, не заставил тебя ждать. Ну, видимо, вам с Алексом нужно было нашпехаться, перешпехаться за последние 7 лет. Да, и мы с этим справились. Пойдем, времени ждет. Чувак, я сюда приехал раньше тебя. И то отвлекался на всяких бандитов.
River World, окей, видимо, ты занята. Чё тебе надо? Привет, Ви, надеюсь, у тебя все нормально, смотри, что зашла в гости, было круто, окей, видимо, ты занята. Чувак, мы тебе сказали, мы по девочкам. Чё ты мне... Погоди, чернявый. Тут другой чернявый на линии. Мы похвастаемся, а мы тут немножко на ФРУ поработали. Ты никогда не общался, да? Так сложилось, что мы для них маленькое секретненькое задание выполнили. Но это, конечно, секретно, раз ты мне о нем сообщаешь. Правда, что ли? Да, я спасла жизнь президента НСША. Слышал про шаттл, который упал по всем городам? Конечно. Об этом с каждого тюна говорили. А в чем дело? Дело-то вообще в том, что мы хвастаемся, что мы лично вытащили президента с места крушения. Розалин Майерс, ты спасла президента новых Соединенных Штатов. Сначала кандидат мэра Найт-Сити, теперь президент США. Кто-то начал интересоваться политикой. Да, но нет. Расскажу как-нибудь... возможно, ФРУ меня вылечит. Теоретически. Одет зафиксировано. Ну, в контракте, там, с подписью, печатью. Что, думаешь, они воспользуются моим отчаянием, а потом скажут, мы еще не знаем и не можем? Да, правительство ж такое не может быть, такое сделать, да? Ладно, чувак, удачи, до встречи. Так, а как из этого выйти? Можно-то? Вышечка. Ключан сказал, возьмем с тобой, хлопнем и до скорого давай. Удачи. Звание, хорошо? Родриго, посты перед ходом поставили. Не верю, что пойдет по-хорошему, а можно я сразу по-плохому сделаю? Пойдем по головам и попробуем найти другой выход. Это вудуисты, мудила страшная. Они нас уже обманывали, но я обязан просто попробовать. Молчи, чернява, то на хлопковые поля Доктауна отправлю. Давайте попробуем поговорить с ними. Может, нас пропустят. Поговорить с охранниками. Туки-туки. Здрасте. Вы мне уже не нравитесь. Поворачивайтесь и валите, откуда вылезли. А мы к фигуристу пришли, что ли? Кстати, подруга, ты черная, но при этом у тебя челюсть белая. Это расизм или не расизм? Никакого фигуриста здесь нет, Зами. Будьте добры, уйди отсюда. Так, маму Бриджит, вы от меня не спасли, не спасете и фигуриста. Да, гениальная идея. Давайте скажем, что мы это мы. Not about to be stopped by the likes of you. Gonna get slider, just like I got my mom Brigitte. That was you. Так это была ты. Boozer! Everybody just keep calm. Fuck off, группе! Тихо. How bad, Chum? Come on, V. Извини, Chum, мы пойдем. Нам пора. Не, ну чуваки, я хотел по-хорошему. Все видели, все свидетели. YouTube просто письменно с печатью подтверждает, что вы пытались сделать по-хорошему. А теперь мы это сделаем по-нашему. Какая вентиляционная шахта, господи. Okay. Я понимаю, что у вас чернявых или растений, вы пытаетесь через черный ход всегда зайти, но все же. Давай как-то это... По-простому, по-народному. Чуть. Ой, сколько у вас камер-то завелось. Вон, кстати, то, что нам нужно. В смысле? Не вы дали, он сказал нам, пошел на три веселых координаты и вывел нас из системы. Не-не-не-не, чувак. Ты только раззадорил наш интерес. Так, тогда, если мы туда не можем... Оц. Помнится, у вас тут турелька была веселая, а? В самом начале стоял... О, как у вас красиво и весело. Смотри, чуваки, у вас турель забла... Чё? Цель не подключена к электросети.
И вы думаете, меня это остановит? Глупые глупцы. Вы думаете, меня это остановит? Ничтожество. А чего еще можно жмыхнуть, скажите, пожалуйста? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пожарную безопасность не соблюдают люди. Как так можно? Так, по-моему, это самое удобное место. Дислокация, поэтому форматирование. Не уходи из зоны контроля, собака такая барабака. Форматирование. И мы можем втащить еще одно какое-нибудь тело. Можем, не можем. А, нас заблочило на камерах. Чумба и чумбет-то нас заблочило на камерах, только одна нам доступна. Да ладно, мы не гордые. А что пишут? Найти вход в вентиляционную шахту. Пфф. Да, смешно сказал. Ща ящика перезарядится, и мы порешаем всех в зоне прямой видимости. Заодно кибердек перезарядится. А я начал шпехать на своем жавоецком. Вуду бойс. Щевинистически, там то еще и герлз есть. Вот. Чуть-чуть-чуть-чуть мужчина и женщина. Надеюсь, что биологически вы изначально ими и были. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, кто что сделал такое? А, да, нам уже написали, что не надо в шахту лезть, просто обезвредить охранников. Про камеру забыли. Камеры тоже нифига не... Стоп, а где камера? Камеру сперли. Ну вот черти. Висела камера, сами сперли. А вон еще одно тельце. Только не верти башкой своей, нету меня тут. Начут на перезаряд в кибердеке. Моцная-премоцная, быстрая-пребыстрая. Зараза. Профейлил немножко. Да, в смысле что? Так, там еще одно тело выходит. То есть жить ты чуть-чуть бы не хочешь, да? Ну ладно. Проведем мысленный эксперимент. Сможем ли мы сделать идеально стал свою миссию? А где мы чернявы? А, вот мы чернявы. Делает вид, что он тоже очень сильно занят. Значит, самое смешное, а я могу реально зайти им через черный ход. Тело обнаружено, враги предупреждены. То есть, когда у вас в центре зала упало 4-5, то это было такой себе, ну? А вот теперь они на 100-500 предупреждены. Так, никого, никого. Нигде, нигде. Нигде никого. Упс. They're done for. Так и заметили. They uncaged the demons. Server. We need to destroy it. Я извиняюсь. Каким образом вы меня заметили, тварь позорная? Демон вудуистов, ты меня сильно сломаешь или не сильно? И девушка, вот не надо так делать. Чё за R2 байда? Перегруз системы, до свидания. Подарочек. И да, у нас не получилось сделать идеальную стелс-миссию. Нас подвела злая, пренехорошая камера. Чернявые дняри мне в ухо. Во-первых. Во-вторых. Гранаты гораздо лучше стали. Не спорю. Но я живу на Украине, скипим. Это уже ад. А это кто ж там такой безбожный, бессмертный-то? Очередями по мне гадить. А, вот ты, девушка. You made a big fucking mistake! Ее гениальности боялись. Как и наша красота. А найди фигуриста. Ну чё, собака-барабака, ты же мне говорил, что прям не пущу тебя вон, уйди из моей хаты. И вон как стрелочка-то повернулась. Где-то там есть, покажись. Все равно найду. Чёртовы скоты, вы расстрелят моих людей. Но они могли жить, но они сами выбрали быть дебилами.
Чорт побери, Соломон Рид. Не буду врат, я по тебе не скучал. А ти? Ти стала весниця смерті для мами Бриджит. Мене стоїть ждати від тебе такої ж вести? Пока що не уверен. Ми з тобою ще не знакомі. У мене много імен. Вілкі Лага, сліпий не в кіберпространстві. Заноза в жопі НСША. Зови мене, як хочеш. Yeah, you forgot to add double murder. Да, ты забыл добавить убийство двух человек и трус. We're here to negotiate. Деловое предложение. If one party is backed into a corner, партия загоняет в угол, это не переговоры, это шантаж. Смотрите, какой умняшка нашелся. You say tomato, I say fucking deal with it later. Now, cut the shit and do us the courtesy of hearing us out. Ты послушай, что можно тебе сказать. А нам нужен хороший нетранер. Need some intel. Street says you're the думаю, one to get. Что ты пойдешь под него. Me? Я, девочка, я слеп. Ничего не вижу, ничего не знаю. Живу только в киберпространстве. Well, just so happens what we нам краски нужен тот, кто. То есть во Франции нам нужен нетранер, чтобы было непонятно, придурок. Donc, Dimsa. А чем именно я должен помочь вам? Do you want from me? А мы ищем девушку, которая не выходит на связь. Soon after SF1 crashed, a runner was attacked while in the net. Attack suffered our link. Need to locate her. И связь с ней пропала. А то есть вы ищете того, кто смотрит сетевой трафик день крушения. Got a malfunctioning relic. Она связалась со мной через мой неисправный биочип, который у меня в голове. Это поможет? Не знаю. Надо смотреть, что у тебя там за игрушка. Ну, скажем так, а еще может быть хуже. Смотри, пожалуйста. Окей, I guess. I will be gentle. Не бойся, девочка. Я нежна. Так, сесть и подключиться, последи за ним. Рид, сесть и подключиться, смотри у меня. Ну, Риду я тоже не доверяю, поэтому давай, Рид. Are we waiting for someone or just scratching on Reed? I am blind, not deaf. Я слепой, не глухой. Туповатый еще, да. Посмотрим, что у тебя там. Я вижу след. Спички данных киберпространства. Электронный след. О, чёрт. Ой, Джонни, он накрыл бедняжку. Поверить не могу. Ты совсем спятили тащить ко мне эту срань. Джонни, он про тебя. Нет, он сейчас не обо мне. Что там увидел? The black wall. Чёрный заслон. Завеса смерти. Specific slider. Поконкретнее, пожалуйста. The woman. Ты знала, что девочка подключалась через тебя, через протокол чёрного заслона. Да мы и сами там, знаете ли, бывали раз, другой, третий. Fuck. Типа, о, да, тебе всё понятно стало. The woman? Эта девочка как живая атомная бомба. Если она делает бум, жопа настать всем нам. Каждый из нас. Заслон — это дамба, что защищает наша цивилизация. От сраных бедс из цифровой чащи. Если ваша ходячая бомба делает дыра посреди дамбы, нас их просто смыть с карты. Как Гаити. Чуваки, ну если вы не дебилы, то я думаю, что атомные станции у вас от этого отключены. Это же так как ядерные ракеты от общей электронной сети, да? Это во-первых. А во-вторых, ну, загрузится к вам... Точнее, какого черта к вам будет загружаться даже искусственный интеллект из-за черного заслона? На минуточку, отстраняйся от всего остального.
Они что, там спят и видят, как захватить ваши бренные мясные оболочки? Так нет, плоть слаба, металл силен, у них там все путем. Тупые вы. Но мы скажем так, основываясь на двадцаточке технического умения, похоже нам жопа. Беглый скин залобит сеть и нас вместе с ней. Да, беглый скин, из-за черного заслона, ты все равно, что таракан. Кривой кусок бессмысленного кода. На этом световой дозор обнуляет всех, кто хочет разрушить черный заслон. Это не шутки, друзья мои. Это вопрос безопасности. Поэтому ты, ваш товарищ Свейзмунду, нами и Совочкой, да? Well, now you're part of this madness too. Потому что иначе мы тебя просто расстреляем здесь же на месте. Это не обсуждается. Мы должны найти ее. Besides, я вообще понимаю, что по ее следам легко вернуться к тебе. А когда там, за тобой и твоими людьми, может прийти кто угодно. А тебе требуется разобраться, замести следы и уничтожить все улики, которые указывают на тебя и на нас. Сделай это, мы квиты. Прямо оставить ее в покое. Мелд, черт, как мне повезло. Не, ну я не знаю, друзья, чуваки, напишите кто-нибудь там вот в комментариях. Мотивация и скины из-за черного заслона. Че им тут надо-то в этом засранске? Реально жизненно. Так, подтверди отправку данных. Лавин. Here we go. Историю нашего порно-браузера чур не смотреть. Так, судя по лицу, он все-таки посмотрел на историю нашего порно-браузера. А, я предупреждал. Ой, Соечка, здравствуй, родная. Это кто? Сол Рид? Как ты? How? А, ну да, Майерс. Майерс. Working together now. Да, с ними работаем. И с Алекс тоже. Я не ожидал его увидеть, но... Хорошо, что он с тобой. Ты перестала выходить на связь, подруга. Где ты исчезла? Songbird. So we lost you. Я думала, тебя пристрелили. Что случилось? That thing. О, постарался. Меня чуть не закоротило. Пришлось просить помощи за черным заслоном. Город, это не безопасненько. Не совсем, как видишь. Послушай, у меня мало времени. Люди Ханса нашли меня, когда я включил химеру. Я попала в плен. Мне ничего не грозит, пока я слушаю, сделаю вид, что он делаю, что приказывают. Мне нужна твоя помощь. Слайдер, what's going on? Something's not right. Тут он и так, девочка, помоги. А, гребаный заслон. Черный сафир. У Хансона будет большой прием. Передай Риду, вам нужно туда попасть. Я вас найду. Если что, я забыл, о чем мы договорились. Is everything all right, V? Меня больше интересует, в какое место была эта кабелина до подключения вставлена. Think. Кажется, да. Slider might be dead. Наши вкусы на порнохабе немножко впечатлили этого фигуриста. Чуть-чуть. It's over. Еще цирк. Да, его поджарило. Ну и ладненько, этого дуиста их не жалко. Looks like he couldn't handle the load. Looks that way. А разговор-то был. Вил торгового автомата больше жалости, чем у него. Он бы все равно убил фигуриста. Джонни, хары себя строит-то девицу на выданье. Мы бы его сами убили бы. Но связь свою вернулась, мы говорили, целом все нормально. Она жива и здорова, но ей нужна помощь. Right. Ладно, потом расскажешь.
Пора выбираться отсюда. Не хватало еще, чтобы нас тут застали люди-фигуристы. Да, а то предыдущие люди-фигуристы, они ж так сильно нам помешали-то. Прям даже не знаю, что сказать. Так, судя по звукам, там кто-то есть. Ты, чувак, это тоже понял, да? О, перебили всех, как курей, и серый разорвали. А летящей походкой. Чувак, я тебя вижу, а ты меня нет. До свидания. Так, там должен быть еще один. Или нет? А чего всего трое было? Тю. И это те самые вудуисты, которые кого-то там так пугали. Ой, чувак, тебя только за твои леопардовые труселя можно за это заминусовать. То есть такие во всем мире только Леонтьева можно носить. Чич, чич и пим-пим-пим. И не верти ты свои... А, он предпочел все-таки выпасть в шок. Дурашка. Там чип навыков соло. Слушай, а их реально нужно хоть немножечко, но это собирать совсем. Так, звуковой щек, сбоем плантов, плавление синапсов. До свидания. Да серьезно, а кто меня отслеживал? Просто физически, тут на карте никого нету. И там был что-то просало. А, вот ты просало, да? Сделал бы политическую шутку, просало, но не буду. Прям добрый-предобрый я сегодня. Ах, кто тут ходит, бродит, а? Ладненько. Собрали. Забрали. И снова летящей походкой мы вышли из мая. Уйти из убежища вудуистов вместе с Ридом. Ах да, там же еще вудуисты на входе стояли. Рид, мы их порешали как раз таки. Пойдем, здесь небезопасно. Следовать за Ридом, а ты идти будешь очень медленно, да? Любите вы, зараза, медленно ходить. И да, у Ханса какое-то, знаете, это нездоровое чувство гордыни, что ли. Ну, серьезно, чувак, ну на барже это налепил. Ну, голос твой везде, это по всему пьющему городу. Небоскреб зачем портить? Не красавец. Не Майли Сайрус, ее лучшие годы. Так, на тему Сойки. Она признала, что ходит за черный заслон. Как будто это вообще норма. No big thing, kinda. We need to find her. Ее нужно срочно вытаскивать. Did she drop any coordinates? Song needs our help, Reed. Hansen's nabbed Hansen. И зачем она держит у себя? Reasons. God damn it. Паршиво. I can't imagine anyone. Вроде говоря, хуже быть не могло. Black Sapphire. Но он устраивает с приемчивым сапфиром. Она просила нас прийти. Знаешь, где его искать? Where this sapphire is? Over there. See the tall of the two scrapers next to the one with the big ass screen. That's the black sapphire. А черный сапфир. The hotel ended up failing. Отель не достроили. Billion Eddie investment. Hansen's fortress. Smack in the middle of downtown. We can't just barge in. Мы то войти не сможем просто так. Нужно кто-то, чтобы дозвал пригласителя. Alison and I will pull some strings when I. Мы с Алекс потянем старые контакты. Ты тоже подумай, посмотри, что нам поможет. Может, вместе что-нибудь найдем. No local fixer. Ну, я знаю местного фиксера, зовут мистер Хэнкс. Могу ему позвонить? Do it. We'll be in touch. Сделай, на связи буду. И да, действительно, вот, чуваки, что такое может быть черным сапфиром? Тут единственное здание в городе, которое светится, это черное. И по форме как сапфир. Но у нас новый левел. Новый левел — это прокачка еще раз хладнокровия, потому что... Боже ты мой, как это вообще грустно все. Плюс мы в технике немножечко не вкачались, чем именно... Влияет на электромагнитное оружие.
Универсальный, дополучает дедоп ячейку имплантов для ладони. Вот что нам нужно-то было. Нам нужно было нормальный имплант на ладонь поставить. Вот это не зря. Действие всех эффектов импланта продлевается на 15%. Неплохо. Гармонита установит кожу-клеточный адаптер, который продается у риперов. Необходимо для корректной работы адаптера. Ну, если это какой-то мега-апгрейд, то это мега-апгрейд. Хорошо. К риперу зайдем как-нибудь потом. Позвоните мистеру Хэнсу. Мистер Хэнс. Уж не знаю, за что вас так назвали. Хэнс. Need a favor. Хэнс, нужна помощь. Straight to biz. Сразу к делу, like, да? Мне нравится. Aiming to go to an upcoming shindig. Нужно войти на прием в черный бриллиант. Lusting to dance with the devil. Закрываешь по лезвию ножа. V, the place is inaccessible and treacherous in equal parts. Зайди просто так туда нельзя. You cannot simply walk in uninvited and as opposed to, say, Konpeki Plaza. Surely there's something. Но способ есть какой-то? Что? Тогда слушай. Приглашение я не достану, но, может быть, найдется что-то еще. Если ты готов поработать на меня. Репутация высоко ценится, но ее цену определяют другие люди, и она колеблется, понимаешь? Понимаю. Точно. Выполни пару заказов, крепим авторитет писем в городе. Но я достану тебе планы черного сапфира. Да, без балды. Было прекрасно. До новых встреч. А, выполнить не менее 3 заказов мистера Хэнса. Ох ты ж чертов мистер Хэнс. Нет, чтоб, значит, это... И где твои заказы? То есть, чувак, когда мне дают заказы, мне говорят, что вот туда иди, туда не иди, будут все заказы. Заказов, как видите, нету. А зато новое задание с глаз долой, сердце вон. Я даже поинтересуюсь, а что это такое и о чем-то? И да, в этот раз мы одеты. Журнальчик. Рука руку моет, из глаз долой, сердце вон. Вот оно что, добраться до места, указанного мистером Хэнсом. А-а-а. Все-таки определили, ну давайте 410 метров, вот самое близкое. Карта, не снаряжение, именно карта. И я все-таки появилась заразу. Не актуально, не явно, но есть. Окей, это хотя бы по прямой. Можно на мотопеде быстренько доскакать. Если вы думаете, что вот эти вот двое тут стоят, и я их не трону, то ну, чуваки, ну, вы меня что ли не знаете? Это даже не серьезно было бы. И да, я знаю, что там был еще третий. Оу, даже не только третий. Но там мега ящик есть. Так, нам нужно сделать что? Можно бы их форматнуть. Можно бы их форматнуть. Но интереснее их будет нежно отдельно порешать. Упс. Этого никто не слышал. Упс, этого никто не слышал. Хотя нет, этого кто-то слышал. И вон там внизу один под форматирование. Формация тебе. Чумба. И что мы тут находим? Архивный диалог Вячеслав Комаров и кто? И Дина Романова. Плюс оружие, но, скорее всего, не культовое, да? Обычная вшивая Unity. А вот это что такое? Датчик ЕПЛА, устаревшее разведоборудование. Мы к этой Дине Романовой еще вернемся. Я вам прям уверенно говорю. Хироси провидец, фига себе. Чип навыка киллер. Че это за сбросы ящиков? И почему нас о них не предупреждали? Потому-ка это очень интересно. А киллер 48. Нам нужно немножечко по прямой, и Платова... Ну, могла поближе подъехать, да? Погнали, что ли, на первое задание, там как пойдет. 350 метров прямо. Описание мы не читали. Так, то ли мы жопу отъели, то ли Платова какая-то медленная стала. Он еле взбирается.
Серьезно, еле взбирался на гору. Так не мордой бетон. А мистер Хан, здрасте. Блин, мне снилось однажды, что хакеры разломали мои легочные импланты. Я начал задыхаться, посинел, а потом проснулся. А вот девушка по имени Эдира Барасса и правда умрет, если ее не спасти от шантажиста. Этого типа зовут Милка Алексис, и он работает на вудуиста. Ты знаешь, что делать. Если что непонятно, почитай письмецо. Да чем непонятно-то? Сказано вудуисты. Заканчиваем вопрос. Так, а камера у вас вудуистов есть или нету? Ну так, на минуточку мне просто спросить. Уй, зараза, перегруз опять. И разбираешь его, и разбираешь, и разбираешь, и разбираешь. И до черта его снова. Вот чуть-чуть культовый не разобрал. Давайте быстренько подшаманим. Все, что не нужно, все, что нужно, все-таки сбросим. И когда-нибудь зайдем на квартиру и посмотрим, как это красиво смотрится. Мы-то уже минимум половину стены должны были забросить. И да, смотрите-ка, 728 пятого уровня компонентов. Мы прокачаем все импланты. И даже нашу походить-ка, снаряжение, создание. Мы можем улучшить нашу снайперскую винтовочку. Пардоньте, не можем. Можем улучшить Шишкина, во-первых. Пятовая культовая. Подожди, Шишкин нужен. Да, это безбожно много компонентов, а мы его юзаем раз на раз. Но мы его готовим ко встрече с Адамом Смешером. Так что пусть живет. И можем улучшить немножечко скипи нашего... И поставим мы себе смартлинк. Поставим потом. О, тихо. Потом поставим. Все, скипи в идеале, остальные компоненты переберем. Так, инженер. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вам показалось. Очень сильно показалось. Не надо так. Что злые такие? Как собаки. Попасть на базу водоистов. Вот я тебя вижу, а ты меня вроде бы тоже видишь, но... Пилу своей тупости, девушка, ты не понимаешь, что именно ты видишь. А где там еще камера висела? Ничего же не будет, если мы нежно пройдемся и полутаем лут. Вон она камера. Выключим вам. У них еще и турель есть. Какая милота. Забродфорсили. А это чувак, наверное, на веществах, да? Ша, вообще ни разу не слышит, не видит, не понимает, что происходит. Тут перед ним двери ломают в наглую. А он такой, да ладно, показалось мне. Так, что я видел, что я видел, что я видел, человек, компонент третьего левела пойдет. Девушка, в кого вы... А, в турель, да, вот ты думаешь, ты отступила, да? Наивная вудуистская юноша. Или не юноша, но наивная вудуистская. Не, серьезно, вы очень тупые. Одна турель, которая вообще никому не угрожала, отвлекает вообще их всех. А вот внизу матом ругается. Уй, у вас там вход был с другой стороны. Давайте мы это посмотрим, кто где. И, во-первых, что-то как-то не видно народ населения. Ну, это вообще не проблема. Вон там еще один ящик на разборку.
А, вот он прячется, наш красавчик. И дрон-лапис-дрон. Дрон-лапис-дрон нам не нужен. А в остальном нет тут никого, все разошлись. А лифт не лифт? А, вон он. Эти как запрятался-то, а? Давай, курчь быстрее. А что нам нужно? Найти Милку Алексиса. Я надеюсь, мы его не завалили в процессе. Иначе прям будет неприятно и обидно. Не нам, понятное дело. Мистеру Хенцу. Так, тебя мы вырубили. Плюс один большой сверху, и все, на этом дело закончится. Только не видно его сверху. Он вроде как есть, но его нету. Не, не видать, не видать. Нигде, нигде. Что показалось? Главное, того, которого надо, мы не находим. А кого не надо, мы отсвечиваем. А, вон он где. Ты просто вудуист, ты не Милка. Так, 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 что у вас здесь? Папа, походи, не стреляй, не стреляй. Я по делу. Я тоже. По какому интересуюсь? С вудуистами дела, yeah. Шмадлина? Well, да, ну to. То есть, да. После того, что они точно постановили как сменят. Милка где? И не тут корова, которая корова шоколадки. Милка Алексис, вудубой. Know the name? Yeah. Ну, услышал про него, чувак из сети практически не влазит. А вокруг него все на цыпочках ходят. Как-то круто, наверное. Big deal, I guess. Where can I find и где мне его найти? Don't ask me. Got enough problems as it is. А меч спрашиваешь, мне проблем так хватает. Смотри, чувак, у нас руки гориллы, и одна из этих рук тебе войдет так глубоко, что прям за гланды можно будет потрогать. Talk, or your skull really will be in pieces. Don't scare me. Я тебя не боюсь. Ah, дебил. Fucking psycho! Oh, fuck the nose! Oh, it hurts like не, ну чувака предупредили, что его забьют, а он такой, не буду. Fine, whatever, just stop. Тебе что, курить разрешали? Right, so these implants. Импланты, да. The voodoo's break bones of them down. Все разбирают на части, какие-то эксплойты взламывают. Whatever they don't use, they install in old robots. Piles of scrap, most of them. Рабочих почти нет, но один из прям неплохой вышел. Robots? What for? А роботы зачем? What for? Ну как зачем? Голову включи. Если Милка такой важный, ему охрана нужна-то постоянно. Есть у них слабые места. Surely you know how to beat it. How's your aim? I manage. Ну это, вудуисты работают в дерзком серверной. Я пригружу в дисковый массив, а ты бей по серверам, пока они не взорвутся. And you? You fuck up the servers till they go boom. Should result in a pulse big enough to melt the circs at the ranking file. Я тебе вообще не доверяю ни разу. Мы роботы просто форматнем, ну ладно. I got work to do. Must be nice. Так, найти Милку. Все та же проблема. А, он не продолжает этот забег. Окей. Вон туда немножко дальше. Ну, где ваши роботы? А вот эти роботы, да?
Так, что-то как-то вас многовато, во-первых. Во-вторых, где ты там говорил, серверное взломать, взорвать? Убыть, что ли? Так, а ну внимательно, сервер... А, сервер взрывоопасный. Ну, не, ну понятное дело, все же серверы такие делаются. Один раз и бабах. Так, один здесь, один там, один там, один там. Ну окей, давайте так. Черт, как-то нифига. Так, с какой стороны роботов меньше? Ага. Смотри-ка. Так, а взломать тебя все-таки нельзя, нет? Формат С там и все такое, до военной двери. А, его можно. Его можно. Я не знаю, звуковой шок на него работает, не работает, но сбой всякого разного дерьма на него можно сделать. Заодно сервера вынесем. Ай-я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 й. Вот тут сейчас будет неприятно. Скипи. Скипи, скипи бегом. Да не Шишкин же, господи, скипи. Так, нас сейчас накроют со всех сторон. Прям будет вообще нифига не весело. И да, пока мы грёбаный сервер не вынесем, мы его не добьем. Рыбниковая, бегай и беги. Беги и бегай. Так, я в домике, меня нету. Оп. Скиппи, падла, ты меня предал. Чёртов Скиппи, он меня предал. Да где ж такой мусор взялся-то? В коленку году. Они ж не возрождаются, надеюсь. Да фига ли, серьезно, куда ты стреляешь-то, родной? Чёртов Скиппи, бегай быстрее, дурында. Чё-то мне эта фраза «зачищаю» вообще нифига не нравится. Минус один. Сейчас же вылезет еще вот этот. Любопытный факт. Человеческое тело содержит 27 литров. Ууу, тут еще и токсичный газ пошел. А вот за него, знаете, уговора вообще нифига не было. Не предупреждали нас об этом. Не по словечкам. И да, роботов еще до черта тьма. Да ну шо тебе-то... Ой-о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 й
Чёртова гра... Чёртов Шишкин. Так, может, тебя ломануть можно как-то? А, замыкание, замыкание. Да, они проявляются в новых этих грёбаных капсулах своих. Щуч. Так, робот-полицейский, а ну пошел вон. Звуковой шок, сбой импланта, все, все, что есть. Вот. Минус один еще. Да, ну твою ж налево. Где этот чертов засранец, который самый центровой? Да он с трех выстрелов меня снимает, собака. Даже при всех прочих неравных. Где же таки понабрались-то по объявлению? Так, вы доробите 18, давайте попробуем еще все-таки ломануть. Замыкание, замыкание. System failure. Да, есть, сделали таки. Area scan in progress. Human life signature detected. Initiating evacuation protocol.
Запуск эвакуации на один человек. А, то есть ты хитро сделал систему, пока мы не запустили, не поломали робота, не видел, что мы люди. Нас даже компьютер за людей не принимает. Так, ну у тебя что-то есть. Ага, оккультовая, цену не нежно. Смарт Линк киберимплант я соберу. И компоненты тоже. Найти Милка, Милка, Милка. Милка, ты где? Тут что ли? Некая складская зона. А вот где. Эй, поосторожнее. Я подключен к генетранеру, видишь? Ты же не хочешь ему перепало. Так он и так помрет. Netrunner, blackmailer, murderer. He's my hit. He has some dirt under his nails. Ну, Милка не самая законопослушная, но решение принимает не он, поверь мне. A small fish in a big pond. I am Agent Alan Noel. Алан Ноэль, агент сетевого дозора, специалист по борьбе с оргпреступностью. Думаю, мы договоримся. Да, меня зовут Лиззи Уизи. A real pleasure, Alan. My chums call me Lizzy Wizzy. I know who you are. Я знаю, кто ты. В штабе каждого гуллера обсуждали твои гастроли в Пасифике. You came to an understanding with our man. Кто-то согласился с нами сотрудничать. Yeah. I thought so too. Till I learned your buddy secretly injected a tracking program in me. Class act. That's why I'm not gonna waste my breath on a corpo this time around. At least let me. Да хотя бы отличие от Милка. Fine, but so much. Да только без резких движений. You're a flatline. That's better. Так-то лучше. А теперь послушай. Listen to me. You can't kill Milko. Ты пока не можешь убить Милка. Еще почему? Months I've suffered. Я уже не первый месяц сижу в этой норе чертовой, прогладитыми местными, чтобы выйти на группу убийц шантажистов. I aim to expose their web of blackmailers and murderers, like Milko. But to do that, для этого мне надо найти того, кто дергает за ниточки. Who's pulling the strings first? Я хочу спасти заказчика, остальное еще до звезды. Guess you'll have to manage without Milko. Do not do this. Не делай этого. Ты что, падла, меня взломал, что ли? Тоже у меня. Сетевой дозор все выйти из сумрака. Do you have any idea what you just did? Да мне вообще плевать. И скажи спасибо, что мы тебя только форматнули, а ничего другого не сделали. И да, тебя мы тоже залутаем. Получена карточка доступа. Mission completion. Выбраться с вас в базу вудуистов. Вас фастрел не завезли? Отдельно взятой дверью. А то мы бы завсегда довольны были бы. Но это был только один заказ от мистера Хенса. Она бы хотела сделать их все. Поэтому пока что мы сделаем махонькую, друзья мои, паузу. А продолжим уже в следующем эпизоде. Пока что не забываем про наш телеграм, дискорд, контакт. Ссылочка под видео в описании. Всем удачи, до встречи, увидимся немножечко попозже.